Здравствуйте, меня зовут брат Кристофер Хадсон, и я так рад, что вы можете присоединиться к нам в это время для еще одной специальной презентации Amazing Discoveries. Теперь, прежде чем мы перейдем к Слову Божьему, так как это всегда была моей традицией, я хотел бы помолиться, чтобы пригласить Дух Божий быть нашим наставником. Итак, если вы хотите, я приглашаю вас помолиться со мной. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за то, что Ты дал нам огромную привилегию передавать Твое Слово. Твое Слово, данное нам, чтобы быть светильником нашим ногам – и светом на наших стезях. Я молюсь просто так, как молился Давид. Пожалуйста, открой нам глаза, чтобы мы могли узреть чудеса Твоего закона, и освети нас Твоей истиной, потому что Твое Слово истина, пусть Святой Дух, Дух истины, действительно будет нашим наставником и направит нас на путь праведности. Благодарим, что услышал эту молитву. Мы просим обо всем этом во имя Иисуса. Аминь. Сейчас я хочу поделиться с вами кое-чем из десятой главы книги Откровения. Я считаю, что это очень важная информация. И это очень интересно, если я могу так сказать. Теперь я собираюсь сообщить вам, прежде чем перейду к главе десятой книги Откровения, я собираюсь иметь дело с большим количеством информации. Итак, я не хочу, чтобы вы терялись в деталях, я хочу, чтобы вы сохранили очень важные принципы, которые я постараюсь акцентировать в вашей голове, когда мы вместе с за Шагом пройдем через исследование но не позволяйте информации проноситься мимо вас. В 10 главе книги Откровения начинаем со стиха 1. Библия говорит следующее. «И видела другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка, раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, для тех из вас, кто нашел время, чтобы изучать книги Данилы и Откровения, вы, возможно, знаете, кем на самом деле является этот могущественный ангел из 10 главы Откровения. Я собираюсь сказать кое-что, я собираюсь сделать очень четкое заявление. Я думаю, это поразит некоторых людей, если вы не знакомы с этими вещами. Но, тем не менее, я собираюсь сделать это утверждение. А затем я собираюсь доказать это утверждение Словом Божьим. Этот могущественный ангел – никто иной, как сам Иисус Христос. Я знаю, что это могло бы поразить умы некоторых людей, если бы вы не изучали эти вещи в Библии. Но я еще раз говорю вам, что собираюсь доказать эти вещи из Священного Писания. Теперь... Даже несмотря на то, что я сказал вам, что этот могущественный ангел – это Иисус, и что я собираюсь доказать вам это с помощью Библии, основное внимание нашего исследования в 10 главе Откровения не будет заключаться в том, чтобы просто определить, что этот могущественный ангел есть Иисус. Я собираюсь объяснить вам, почему это не будет основным направлением нашего исследования. Вы видите, что слово «ангел» происходит от корня английского слова «ангела», что означает «посланник» или «вестник». Основная функция посланника – передать весть. Поэтому в настоящее время основное внимание в нашем исследовании в 10 главе Откровения будет направлено не на простое определение того, кто является посланником, а что более важно, на определение послания или вести, которое несет вестник или посланник, потому что это основная функция вестника – передавать послание или весть. Теперь, как мы сможем определить послание этого могущественного вестника в 10 главе Откровения? Просто взгляните на идентифицирующие характеристики, связанные с ним. Видите ли, в Библии говорится, что этот могущественный ангел или могущественный вестник облачен в облако. В книге Псалма, в 104-й Псаломе, стих 3, говоря о об Бобе, Библия говорит, «Устрояешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра». Итак, Бог делает облака своими колесницами. Хорошо. Теперь, помни об этом. Перейдите со мной к книге Псалма, Псалом 67 и стих 17, потому что в Псалме 67 и стихе 17 Библия разъясняет, что это за колесницы Бога. Нам сказано в Псалме 67 и стихе 17 «Колесницы Бога». Это не просто 20 тысяч ангелов, это тысячи тысяч ангелов. Колесницы Бога — 20 тысяч, даже тысячи ангелов. Среди их Господь на Сионе во святилище. Вы заметили, что облака, которые Бог делает своими колесницами, не более чем символ, используемый в Библии для обозначения присутствия ангелов. На самом деле Библия говорит, колесниц Бога — 20 тысяч, даже тысячи ангелов. Среди их Господь на Синае во святилище. Перевод короля Якова. А затем Библия дает нам ориентир на гору Синай. Если вы знакомы со священным писанием Ветхого Завета, вы знаете, что на горе Синай произошло очень важное событие. Были даны 10 заповедей. И во время этого мероприятия произошло несколько удивительных событий. Были облака, тьма, молнии, гром. Громкий звук трубы был связан с этим дарованием 10 заповедей. И посреди всего этого был сам Бог. Это, поэтому это позволяет нам знать, что когда Бог давал заповеди, даже ангелы были там, окружая его. Я хочу, чтобы вы еще раз уловили эту мысль с Библии. Откройте со мной свои Библии, мы собираемся прийти к книге Псалмов. Мы собираемся открыть Библию, чтобы убедиться, что я даю вам правильный Псалом. Я думаю, это Псалом 96. Это точно Псалом 96. Псалом 96 мы собираемся перейти к стиху второму. Библия говорит нам, «Облако и мрак окрест его, праведность и суд — жилище престола Его». Это слово «жилище» означает «основание», так что основание престола Божьего, высокого и вознесенного, есть праведность и суд. Но когда Бог восседает на троне высоком и вознесенном, Библия говорит, что облака окружают Его, сообщая нам, что есть множество ангелов, которые окружают присутствие Бога. Вы заметили, что каждый раз в Библии, когда облака используются для определения присутствия ангелов, это указывает на ангелов как на существ, скрывающих присутствие славы Божьей. Посмотрите на это еще раз со мной в своей Библии. В книге Откровения, в первой главе и седьмом стихе книги Откровения, послушайте внимательно, в первой главе и седьмом стихе Откровения говорится, «Се грядет». Что грядет? Здесь говорится об Иисусе Христе с облаками. Что такое облака? Это ангелы. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает при ним все племена земные. Ей аминь. Итак, при втором пришествии Иисуса Христа, или при втором пришествии Сына Божьего, Он не возвращается на планету Земля Сам. Он приходит в сопровождении небесных облаков, или Он приходит в сопровождении всего ангельского воинства, небесной армии следует за полководцем ангелов, когда он приходит на планету Земля. Это красивая сцена. Каждый раз, когда вы видите облака среди них и видите божественность, которая дает нам понять, что в 10 главе Откровения этот могучий ангел, облачен в облака, не может быть обычным посланником. Это должен быть божественный посланник. Необычный ангел, несотворенное существо. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что Иисус во второй раз придет на планету Земля в сопровождении облаков, ангелов небесных. Но хочу, чтобы вы взглянули на это из евангельской ссылки. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. и пошлет ангелов своих трубою гламогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Итак, когда Иисус возвращается во второй раз, Он приходит сам? Мы видели это не раз. Ответ – нет. Он приходит с ангельским войством, окруженный облаками небесными. Затем Библия говорит нам, что Он пошлет этих ангелов, и они начнут процесс собирания его избранных, собирания спасенных, собирания искупленных. Запомните это. Библия продолжает говорить более конкретным языком об этом процессе собирания избранных Богом во время второго пришествия Иисуса Христа в книге 1 Фессалоникийцам, главе 4. И мы начнем со стиха 16. 1 Фессалоникийцам, глава 4 и стих 16. Библия говорит следующее. Потому что Сам Господь при возвещении, пригласии Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака встретили Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, обратите внимание, когда Иисус приходит во второй раз, Сын Человеческий, Он приходит сам? Ответ – нет. Он приходит в сопровождении облаков небесных или ангелов небесных. Затем Он пошлет ангелов, и они соберут вместе избранных. Но Библия говорит, что собрание избранных начинается с мертвых во Христе. Потому что священные писания ясны. В первом Фессалоникийцам, главе 4, стихе 16 говорится, «Потому что Сам Господь при возвещении пригласил Архангела трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Теперь, сказав эту информацию, я хочу, чтобы вы подчеркнули этот важный момент. Невозможно изучить вопрос, учение, истину, Касающийся второго пришествия Иисуса Христа, кроме как объективно из Библии. И когда я говорю объективно, я имею в виду, что вы открываете свою Библию с мыслями о том, что я хочу знать, о чем говорится в Библии, когда приходит Иисус. Забудьте о том, что говорила ваша мама, ваша бабушка, мой дедушка что говорил вам пастор, я просто собираюсь открыть Библию и сам изучать ее от бытия до откровения, чтобы видеть, что говорит Библия о том, когда Иисус вернется во второй раз. Невозможно таким образом изучить честные писания относительно второго пришествия Христа и прийти к чему угодно, но не к точному заключению о состоянии мертвых. Позвольте мне сказать простым языком. Если вы изучите вопрос второго пришествия Иисуса Христа в Библии, вы придете к точному пониманию того, в каком состоянии сейчас находятся мертвые. Потому что, когда мы сначала смотрели в глава 4, стих 16 и 17, Библия говорит что сам Господь сойдет с небес с голосом, голосом Арханга трубой Божией. И когда это сделает, духи искупленных выйдут из небесных дворов, с молниеносной скоростью они придут через Орион, они придут на планету Земля, войдут в свои могилы, где их тела гниют, а затем они выйдут из могил с бессмертными телами. Вы видели это в вашей Библии? Этого нет в вашей Библии. Этого нет в вашей Библии, потому что это не библейская истина. Библия говорит, что когда придет сам Господь, мертвые во Христе воскреснут прежде. Что означает, что в настоящее время мертвые во Христе покоятся в своих могилах. И это истина, к которой вы всегда придете, если будете объективно изучать вопрос о втором пришествии Иисуса. Теперь, возможно, некоторые из вас Здесь все еще думают. Некоторые из вас, которые смотрят прямо сейчас, все еще думают: Я не могу следовать за этим человеком, потому что Он сказал мне, что Ангел это Иисус, и я не верю, что Иисус архангел. Я согласен с Вами, я согласен с Вами сто процентов, что Иисус не архангел, Иисус это больше, чем Архангел. Это большая разница. Видите ли, в Библии никогда не говорится о нескольких архангелах. Она говорит только об одном архангеле, в единственном числе. Титул Аханга ⁇ это титул, он означает тот, который главный, который выше ангельского воинства. Это не означает, что тот, кто обладает этим титулом, действительно должен быть ангелом, созданным существом. Это разные существа. Обладающий этим титулом ⁇ это тот, кто имеет высшую власть над всеми ангелами. Разве это не может быть Иисус? Иисус ⁇ это Михаил. Тот, кто подобен высшему Богу. Библия говорит, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, потому что он самый высший. Это Фисленкицам, глава 2. Друзья мои, вы все еще можете сказать, я не верю, что Иисус это Михаил, архангел. Вы помните, что Библия говорит нам в книге 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 16, потому что сам Господь при возвещении пригласил архангела и трубе Божьей. Реакция, которая произойдет на планете Земля при голосе Архангела, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Итак, голос Архангела обладает способностью возвращать мертвых к жизни. Голос Сына Человеческого обладает способностью воскрешать мертвых к жизни. Требуется божественная сила, чтобы оказать творческое влияние чтобы взять что-то неодушевленное и оживить его. Это Иисус. Но вы все еще можете быть обеспокоены в своем уме. Не беспокойтесь, потому что то, чем я делюсь с вами из Священных Писаний, это не то, что Иисус сотворенное существо. Нет. Вы сказали, что Он могущественный ангел. Да, это правда. Это то, что говорит Библия. Он могущественный вестник или посланник. Но вы скажете, я не верю, что Иисус посланник. Это означает, что вы не верите Библии, или, может быть, вы не посмотрели на это достаточно внимательно. Знаете ли вы, что в Библии, да, на самом деле говорится, что Иисус действительно вестник, как Он действует, как вестник только для одного существа, и одного существа, и только одного. Я докажу вам это однозначно, прямо сейчас. В первой главе книги Откровения, начиная со стиха первого, в Библии говорится следующее. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав Оне через ангела своего, рабу своему Иоанну. В этой серии событий внимательно следите за тем, что происходит. Откровение Иисуса Христа на самом деле происходит от Бога Отца. Затем Бог Отец дает его Иисусу Христу своему Сыну. Иисус оповещает это, что означает, что Он помещает это в символ, а затем Он передает его своему ангелу. Ангел затем передает его пророку Иоанну, а пророк Иоанн передает это нам. Итак, в этом порядке событий Иисус действует как посланник, как существо, и это существо является Богом Отцом. Я докажу это еще раз из Библии. Посланник к евреям, глава 1. К евреям, глава 1, начнем с первого стиха. В Библии говорится, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Друзья мои, если Бог говорит с нами через Его Сына, через Иисуса, то это будет означать, что Иисус действует как вестник, как посланник от имени Своего Отца. Еще один отрывок из Священного Послания, книга пророка Малахи, последняя книга Ветхозаветнего пророка Малахи, глава 3, начнем со стиха 1. Вам становится ясно сейчас? Малахия, глава 3, начнем со стиха 1. Библия говорит следующее. «Вот я посылаю моего посланника, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и посланник Завета». Библия буквально называет Господа посланником Завета. Друзья мои, именно поэтому в 10 главе 1 схе Откровения могущественный ангел, которого мы видим, спускается с небес. Он не только облачен в облако, но в Библии сказано, что у него над головой радуга. Для тех из вас, кто знаком с символом радуги в Библии, в ваших головах загораются огни, потому что вы понимаете, что радуга была дана Богом в знак Завета. Ангел из откровения, 10 глава, посланник Завета, Господь, которого вы ищете. Помни об этом, давайте сделаем еще немного исследований относительно этой радуги, потому что я только что сказал вам, что радуга в Библии является знаком завета, который Бог заключил с человечеством. Если вы знакомы с этим, ваш разум восходит к временам Ноя, к событиям потопа и высыханиям вод. А затем в 9 главе книги Бытие, позвольте мне открыть мою Библию, в 9 главе книги Бытие Бог говорит в стихе 13, «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. Бог дал нам радугу. Каждый раз, когда с неба падает дождь, и свет от солнца проникает в одну из этих капель воды, создавая призму, с помощью которой спектр цветов, спектр света красиво отображается на небе, то, на что мы смотрим, это знак Бога, Его завета, Его обещание, которое Он дал всем жителям на планете Земля, всем людям, каждой плоти и животным, что Он никогда больше не уничтожит этот мир потопом. Разве это не прекрасно? Я верю, что это так. Возможно, вы подумаете, что это какое-то совпадение, в то время как движение ЛГБТ использует радугу, чтобы символизировать движение, которое действительно противоречит образу Бога, о котором говорится в книге «Бытие», которое является образом, который был искажен человеком. Об этом написано в главе 6 книги «Бытие», в результате чего Бог послал потоп, чтобы уничтожить мир. Это написано в шестой главе книги Бытие. Подумайте об этом. Тем не менее, двигаемся вперед. Вы знаете, что вам не нужно ждать? Или я должен сказать, что Вселенная не должна ждать, а ангела не нужно ждать дождя, который упадет на планету Земля, чтобы они увидели красоту радуги. Знаете ли вы, что есть радуга, которая постоянно демонстрирует свою красоту, и она находится в небесных дворах? Книга Откровения, глава 4, стих 3, говоря о тронном зале Бога, в Библии говорится, «И сей сидящий, — это говорится о Боге, — видом был подобен капню Еспису и Сардису, и радуга вокруг престола его, видом подобная Смарагду». Итак, постоянно, когда Бог восседает на своем престоле, высоком и превознесенном, а радуга окружает его престол. Разве это не прекрасно? Теперь я хочу чем-то с вами поделиться. Сестра Эллен Уайт, вестник Бога, вне всякого сомнения, в книге, которую она написала, вдохновленная Духом Бога, а «Воспитание», страница 115, она сделала это утверждение относительно радуги. Она сказала, «Радуга, покрывающая своей дугой свод небес, Является для нас символом завета вечного между Богом и между всякой душой живою. Питие 9.16. Затем она продолжает говорить под влиянием Духа Божьего. Эта радуга обрамляет престол на небесах. И для всех небожителей она является символом Его завета мира с Божьими детьми. Эта радуга, которая окружает престол Божий, является знаком, символизирующий мирный договор, который он заключил со своим народом. Вы знаете, это завет мира? Как вы думаете, вам следует знать, что это за завет мира? Друзья мои, когда я начал думать, что Бог поместил знак этого завета мира, который он заключил между собой и его детьми, вокруг своего трона я сказал, мне нужно, чтобы понять этот завет мира, и мне нужно понять его настолько ясно, насколько может мой слабый человеческий разум. Потому что этот завет мира настолько важен для Бога, что Он дал знак этого завета. И этот знак обрамляет Его престол. Это означает, что каждый раз, когда ангелы смотрят на трон Бога, каждый раз, когда Вселенная видит Бога, сидящего на троне, они видят этот символ, эту радугу, окружающую Его престол, которая напоминает им, что Бог заключил мир с человеком. Он заключил завет с человеком, завет мира. Я не думаю, что вы понимаете, насколько это велико. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько это величественно. Я поделюсь с вами еще одним утверждением. Надеюсь, это поможет вам немного яснее понять, насколько это величественно, что этот знак завета мира, который Бог заключил со своими детьми, Он поместил это вокруг своего престола. В книге «Наглядные уроки Христа» Еще одна замечательная книга, написанная под вдохновением Духа Божьего сестру Уайт. Она говорит, Бог поставил честь своего престола на исполнение своего слова своим детям. Это сильное утверждение. Бог поставил честь своего престола на исполнение своего слова своему народу. Вы, означаете, вы знаете, что означает поставить что-то на карту? Некоторые из вас, когда вы были захвачены этим миром, некоторые из вас все еще были захвачены этими вещами. Я молюсь за вас. Когда вы были увлечены азартными играми и ставками, вы знаете, когда банк высок, вы бы сказали, что ставки высоки, можно много выиграть, но можно много и потерять. Много чего. Когда Бог говорит, что поставил свой трон на исполнение своих обещаний, данных нам, он просто заявляет следующее. Если я не смогу выполнить этот завет мира с человечеством, если я не смогу выполнить свое обещание, данное моему народу, я откажусь от своего престола. Этот завет мира настолько важен для Бога, что он готов поставить свой трон под угрозу своей способности выполнить данное нам обещание. Теперь вы понимаете, что для нас важно понять, что такое завет мира. Итак, что это? Книга Иезекииля, глава 37. Книга Иезекииля, 37 глава, начиная со стиха 26. -го. Вот что говорит Библия. 37 глава книги пророка Иезекииля, стих 26. Библия говорит, «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Божий завет мира ⁇ это обещание Бога, что Он изменит нынешнее состояние человечества. Он создаст новое состояние в сердцах людей, которое позволит нам вступить с Ним в общение лицом к лицу. Бог говорит, что Он обещает уничтожить вражду отделяющий человечество от Него самого. Он уберет разделительную стену, отделяющую человечество от Него самого. Он снова восстановит общение, существовавшее между человеком и им самим. Когда человечество в совершенстве жило в райском саду. Восстановление будет полным и очень полным. И Бог говорит, «Святилище мое будет посреди них, жилище мое будет посреди них». Другими словами, Бог говорит: Я буду жить в физическом присутствии человека. Я поставлю свой дом и размещу его там, где живет человек. Я приму человечество в свою семью и объявлю себя их Богом. И все они будут моим народом навсегда. Какое прекрасное обещание! Мы действительно видим исполнение этого завета мира в книге Откровения где мы видим новые небеса и новую землю, и скиния Бога спускается с небес, чтобы быть с людьми. Писание говорит, что сам Бог будет с ними, и они будут его народом. Это все сбудется. Бог предсказал это, и все, что Бог говорит, всегда сбывается, потому что Его обещания верны. Итак, вопрос не в том, может ли Бог выполнить свой завет. Вопрос в том, вступите ли вы в этот завет с Богом. И если вы хотите вступить в этот завет, как вы можете участвовать в нем? Библия говорит об этом в послании к евреям. Книга Послания к евреям», глава 8, начиная со стиха 10, Бог говорит, «Вот завет, который завещает дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. Вот это завет мира. Это то, что многие называют новым заветом. Бог говорит, у меня будут люди, которые будут сотрудничать со мной, чтобы я мог вложить свой закон в их умы, а также вписать его или написать его в их сердцах. Я всегда нахожу этот отрывок интересный, потому что я всегда думаю про себя. Боже, Почему нет? Почему тебе недостаточно просто вложить свой закон в мою голову? Почему ты должен написать это в мое сердце? И становится очень ясно, почему Бог считает важным делать обе эти вещи со своим законом внутри человека. Видите ли, умом мы интеллектуально поднимаемся к реальности истины. Мы логически можем принять тот факт, что в Слове Божьем есть доля истины. Даже атеист принимает истину Слова Божьего в большей степени, с чем многие захотят согласиться. Будем честны. Если я... Нет, лучше я скажу. Если бы вы пожелали, побежали по улице с ружьем и стреляли, Господи, помилуй, члена семьи, кого-то, кто был самопровозглашенным атеистом, как вы думаете, захотят ли они справедливости? Конечно, захотят. Почему? Потому что не считают, что вы не должны были убивать человека. И даже если кто-то считает себя атеистом, хотел бы он, чтобы его супруга участвовала в прелюбодеянии? Нет, почему? Потому что вы не должны прелюбодействовать. И даже если кто-то считает себя атеистом, хотел бы он, чтобы кто-то злословил его? Нет, почему? потому что вы не должны же свидетельствовать. Итак, на очень рациональной, логической основе даже теисты могут рассуждать на основе принципов Слова Божьего, относиться ко многим из них хорошо. Говорить, а, они хороши. Но Бог говорит, я не хочу, чтобы вы держали в уме закон. Я не хочу, чтобы вы просто принимали теорию. Я хочу, чтобы закон был в вашем сердце. Мне нужно, чтобы он был в вашем сердце. Потому что Библия говорит нам в псалме 39, 8 стих. Я рад исполнить Твою волю, о мой Бог, и закон Твой у меня в сердце. Перевод короля Якова. Бог не просто хочет, чтобы мы поняли истину. Он хочет, чтобы мы наслаждались повиновением истине. И это огромная разница. Потому что есть много людей. Многие из вас прямо сейчас, вы знаете, знаете, что закон Бога истины Никто не должен говорить вам, например, многие из вас видели много документальных фильмов, прочитали много научных данных, вы слышали выступления известных ученых и врачей, и вывод является убедительным, что растительная диета намного превосходит диету из свежего мяса. И когда я говорю диета из свежего мяса, включающая и рыбу, и вы можете увидеть, что это, вы можете увидеть данные и сказать, да, это правда. И все же вы не меняете образ жизни, чтобы отказаться от мясной диеты и перейти на растительную диету. Почему? Потому что вы знаете истину, но не находите удовольствия подчиняться ей. Вы можете использовать весь спектр. Это правда на слишком многих уровнях относительно Слова Божьего. Мы знаем, что правильно, но мы не находим удовольствия в том, что правильно. Бог не собирается затащить никого на небеса. Небеса не будут заполнены людьми, которые знают теорию. Небеса будут наполнены людьми, которые любят Бога. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вы будете соблюдать мой закон. Бог ищет людей, которые будут сотрудничать с Его Духом, который стремится вести нас к истине день за днем, час за часом, момент за моментом. Он ищет людей, которые готовы отдать свои мыслительные модели под управление божественного разума Бога, чтобы его истина могла прочно внедряться или вписываться в их умы и в их сердца, чтобы они могли быть участниками вечности. Если вы сотрудничаете с Богом, просто приходя к Нему. Послушайте, реальность такова. У нас нет естественной радости в повиновении истине. Библия ясна. В послании к римлянам, глава 8, стих 7, говорится, «Потому что плотской ум, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряется, да и не может». Разве нет проблем с плотским умом? Есть эта проблема? Обратите внимание, в Библии сказано, «Плотской ум, суть вражда против Бога». Это вражда против Бога. Разве это не похоже на то, что плотского разума рак? Это рак. Плотской ум отказывается подчиняться разуму Бога. Поэтому естественно, что все мы находимся в таком состоянии, когда мы не находим радость или восторг в послужании. Вот где всемогущая, преобразующая сила Иисуса Христа вступает в силу. Библия говорит, что всем, кто принимает Его, Он дает силу стать сыновьями Божьими. Люди, на которых Бог посмотрит, скажет, «Я их Бог, это мой народ». Если вы принимаете Христа в свою жизнь и верите, что Он может изменить ваше мышление и наделить вас своим присутствием, чтобы вы могли начать радоваться тому, в чем Он радуется. Если вы верите, что все возможно во Христе, и если вы принимаете эту работу в свою жизнь, тогда Бог говорит, «Я сделаю для вас что-то особенное». Мне нравится это. Мне очень это нравится. Это в послании к евреям, глава 10, начиная со стиха 16. В послании к евреям, глава 10, стих 16, Библия говорит следующее. «Вот завет, который завещаю им». Мне нравится это. Бог говорит. «После тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. Если мы будем сотрудничать с Богом, чтобы Он мог вложить свой закон в наши сердца и в наши умы, Он говорит, все грехи, которые вы когда-либо практиковали, каждый известный грех, которым вы бунтовали, даже когда вы знали, что это разбивает мое сердце, я все это забуду. И я всегда нахожу это чрезвычайно сильным. Как Бог, знающий все, все забудет. Бог, который знал все до того, как что-то было, Он все забудет. Он говорит, что Он все забудет. Это все ваши грехи. Слава Господу. Я хочу сказать, слава к Богу. Мы иногда слышим эти вещи и говорим, о да, это здорово, это хорошо. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Я думаю, произошла проблема. Всего пару лет назад был веб-сайт, название которого я не помню. Но если бы я запомнил название, я бы не стал его называть. Но был веб-сайт, на который подписались женатые люди, чтобы вступить в супружеские отношения с другими женатыми людьми. Анонимно. А затем, к их ужасу, хакер взломал их сайт и раскрыл все имена подписавшихся. Вы можете себе представить? Я могу представить, как в воскресенье утром какой-то министр покраснел. Жальтесь. И все же они ничего не могли сделать. Все видели свои грехи. Как вы думаете, такое обещание от Бога для них будет много значить? Видели, друзья мои, когда мы начнем понимать, насколько грязны наши грешные характеры, такие грязные, такие мерзкие, что они такого рода, что мы не хотим, чтобы кто-либо смотрел. Это обещание начинает много значить. Бог говорит, я не буду помнить твоих грехов, твоих беззаконий. Как он собирается это сделать? В книге пророка Исаия, глава 43 и 25, Бог объясняет это. Вот что он говорит. Вы должны внимательно послушать. Это я надеюсь, что это изменит вашу жизнь. Бог говорит, «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Бог не сказал, что Он собирается изгладить наши грехи ради нас. Он сказал, что собирается сделать это ради себя самого. Он говорит мне и должен сказать вам, что Бог кровно заинтересован в избавлении от наших грехов. Бог желает избавить нас от наших грехов больше, чем мы хотим сами избавиться от наших грехов. Откуда мы это знаем? Потому что пока вы практикуете грех, Бог пытается избавить вас от него. Пока вы восстаете против него, Бог пытается пригласить вас примириться с ним. Бог хочет, чтобы вы освободились от греха больше, чем вы сами. Он говорит, что «я хочу избавить вас от ваших грехов, я хочу изгладить их ради себя самого». Разве это не прекрасно? Позвольте мне сказать, что когда дьявол приходит ко многим из нас, и это случается, хотите вы ли это признать или нет, это случается. Могут быть времена, когда уныние или тревога могут приходить к нам по какой-то причине, по какой-то причине вы можете поскользнуться, пасть в грех, и когда вы поскользнетесь, подойдете в этот грех, вы почувствуете себя настолько грязным, вы почувствуете себя очень грязным, вы чувствуете себя очень виноватым. И вот дьявол приходит, чтобы извлечь выгоду, он начинает извлекать выгоду и начинает психологическую войну на сверхъестественном уровне. Он начинает показывать вам вашу неверность. Ваше безбожие он начинает ставить перед вами, насколько вы сломлены, насколько вы слабы. И он говорит, о, этот Бог никогда не примет вас снова, потому что вы знали, что было правильно, но вы выбрали делать то, что было неправильно. Друзья мои, когда дьявол приходит с этими институциями, вы понимаете, что можете смотреть ему в лицо, вы можете сказать ему гипотетически, это правда. Я был неверен, это правда. Я пошел против воли моего Бога. Это тоже правда. Но Бог сказал, что Он хочет изгладить мои грехи ради себя самого. Поэтому я пойду к Нему. Я исповедую в своих грехах. Я покаюсь и отвернусь от своих неправедных дел. И я ухвачусь за силу Божью и подчинюсь Ему. Потому что я люблю Его. А Он любит меня. Бог сказал, что Он сделает это ради Себя самого. Как Он собирается избавиться от наших грехов? Он говорит, «Я вычеркну их». Это слово означает «заблокировать их» или, скорее, «стереть их». Это очень важно. Потому что Он указывает этим на святилище. Видите ли, в еврейской системе богослужения у них было то, что было их ежедневным служением, связанное со служением святилища, и каждый день люди могли приносить жертвы за грех, скажем, ягненка, который является самым ценным приношением или жертвой. И те жертвы, которые они приносили, были для прощения их грехов. Но только один раз в году у них было то, что называется днем искупления. Это был судный день. И в этот день происходило изглаживание грехов. Это означало полное изглаживание или стирание грехов. Потому что в течение всего года, во время ежедневного служения, вы можете себе представить, если люди приносят ягнят и закалывают ягнят для прощения своих грехов, эта кровь транспортируется и скорее переносится в святилище. Там было много крови, которая была помещена внутрь окрестности святилища. Раз в год было очищение, которое должно было происходить в день искупления. Это был день суда. И в этот день все, кто исповедовал свои грехи и поместили их в святилище, и грехи были сглажены. Это означает для нас понять завет мира. Мы должны понять не только то, что Бог хочет вложить в наши умы свои заповеди, свой закон, но Он также хочет изгладить наши грехи, и это находится в святилище. Вы не можете понять изглаживание грехов, если не понимаете вести о святилище. Вы понимаете ее? Вы нашли время, чтобы изучить эту весть о святилище, о том, что Иисус, наш великий первосвященник, даже сейчас стоит по правую руку от престола Божьего, действуя от нашего имени и в наших мыслях? Нам нужно понять это. И вся эта истина напрямую связана с прекрасным знаком завета, радугой над головой этого ангела. Прежде чем я выйду за пределы этого пункта, я упущу что-то, если я это не, устан и установлю в вашем уме. Это ответ на вопрос, который Бог задал мне о том, почему Он уничтожил наши проступки и больше не вспоминал о них ради себя самого. Я всегда говорю, что когда я женился, я стал лучше понимать Библию. Когда у меня родилась дочь, я действительно стал лучше понимать Библию. Каждый женатый человек должен начать понимать эту проблему лучше, прежде чем я начну рассказывать вам дальше. Сценарий, который может быть знаком некоторым из вас – если в доме возникли проблемы, если в брачных отношениях нарушен мир из-за какой-то недоброжелательности, какого-то неправильного слова или какого-то проступка, совершенного одним из супругом по отношению к другому супругу, единственный способ, которым гармония и мир и радость могут быть снова восстановлены в этом доме, это если виновная сторона приходит к стороне, которую он ранил, и говорит, «Мне очень жаль. Прости, он просит прощения. А затем потерпевшая сторона, в свою очередь, предлагает прощение виновной стороне. И это прощение является полным и совершенным, настолько полным и совершенным, что потерпевшая сторона пытается полностью забыть, какую травму нанес им их супруг. Потому что если они не стремятся полностью забыть травму, которая была им нанесена, всякий раз, когда проблема может возникнуть снова, Та же проблема снова поднимается в его голове. Ты всегда это делаешь. Ты помнишь, что ты всегда это делал. И это не очень хорошая ситуация. Видите, друзья, Бог пытается усыновить людей на протяжении бесконечных веков вечности. Он хочет любить нас, как муж любит свою жену. И на протяжении непрекращающихся веков вечности Бог хочет быть с нами и наслаждаться общением с нами. И поэтому Бог буквально изгладит из своего разума каждое воспоминание о каждом грехе и каждой травме, которую мы причинили Ему своим бунтом и непослушанием. Так что Он, глядя в наши лица в вечности, все, что Он увидит, это те, кого Он любит. Разве это не прекрасно? Все связано с радугой. Великая любовь Бога к нам – это завет мира. Но этого могущественного ангела не только была радуга над головой. Библия говорит нам, что его лицо сияет славой солнца. В книге Откровения, Откровение, глава 1, стих 16, когда Иоанн Богослов был на острове Патмос, в Библии говорится, что он был в духе в день Господень. День Господень — это седьмой день, который является субботой, потому что Бог говорит нам в 20 главе книги Исход, начиная со стиха 8. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы, делай всякие дела. Твой день седьмой суббота. Евреев нет, Господа Бога твоего. Итак, седьмой день, субботний день, это день Господень. Иоанн был исполнен Духа Божьего, он был восхищен видением в субботу. И в Библии говорится, что Иисус пришел встретиться с ним на острове Патмос. И затем он приступает к описанию того, что он увидел. В стихе 16, в первой главе книги Откровения, Библия говорит, «Он держал в деснице свои семь звезд». Иисус его выходил острый с обеих сторон меч, а лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. Итак, Иисус это тот, у кого лицо сияет блеском славы Солнца, помню это, перейдите со мной книги Пророка Малахии, главе 4. Малахия, глава 4, стих 2. Послушайте внимательно. Малахия, глава 4, стих 2, следующее говорится. «А для вас, благоговеющее пред именем Моим, зайдет солнце праведности и исцеление в крыльях Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Перевод короля Якова. Солнце праведности не приносит исцеления в своих лучах всем, если вы не уделяете пристальное внимание стиху, Вы заметили это? Есть предпосылка, требование, которое должно быть выполнено, если хочешь получить исцеляющие лучи от солнца праведности. И что это за предпосылка? Он сказал, благоговеющие перед именем моим. Вам взойдет солнце праведности и исцеление в крыльях его. Итак, мы должны благоговеть перед именем Бога. Кто-то там говорит, хвала Господу. Мы должны призывать имя Иисуса. На юге говорят, благослови свое сердце. Это правда, что мы должны призывать имя Иисуса, но когда Бог говорит об оголовении пред Его именем, это выходит за рамки названия в то, что фактически означает. Я говорил об этом в другой презентации, в книге «Исход», глава 33. Когда Бог общался со своим слугой Моисеем, в стихе 18 Моисей сказал Богу, Моисей сказал, покажи мне славу твою, стих 19, и Бог сказал Моисею, и сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Бог сказал, я провозглашу свое имя в ответ на просьбу Моисея, который попросил его показать ему его славу, потому что слава Божья и его имя – это синонимы, одно в другом. Бог провозгласил, что Бог провозгласил, когда провозгласил свое имя? Некоторые из вас думают, что Он сказал «Я тот, кто я есть» или «Я Егова». Давайте посмотрим, что Бог говорит собственными устами. Исход 34 глава, начиная со стиха 5. «И сошел Господь в облаке». И думаю, теперь вы лучше понимаете, что это за облако. «И сошел Господь в облаке и остановился там близ Него». Здесь говорится Моисей. «И провозгласил имя Иеговы». И прошел Господь перед лицем его и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Когда Бог провозгласил свое имя, ясно, что Бог разъяснил свой характер. Он дал четкое откровение о том, кем он был. Человек любивый, милосердный, многомилостивый, долготерпеливый. Тот, который изобилует добротом и истиной. Потому что в Библии имена всегда отражают характер того, кто владеет им, или работу, которую он или она должны выполнить. Бог говорит, что Он хочет, чтобы мы благоговели, почитали, уважали, относились со святостью к его характеру. И, к сожалению, большинство человечества этого не делает. Есть один атрибут характера Бога, который мы любим уважать, и это Его милость. Надеюсь, мы любим говорить о милосердии Бога. Вы можете пойти практически в любую церковь, в любое воскресенье утром, и вы услышите о милости Божьей, о которой говорится примерно от 20 до 50 раз, Справедливо об этом следует говорить, о нем следует говорить в каждой церкви, потому что когда Бог начал говорить о своем характере, первое, что Он сказал, было то, что Он милосердный, а затем, чуть дальше, Он сказал, что помилует тысячи. Итак, Он на самом деле не раз подчеркивает, что Он очень милосердное существо. Это то, что нам также нужно подчеркнуть. Однако мы склонны принимать милосердие Бога как должное, потому что мы любим говорить о Его милости. Мы любим говорить о Его милости, но мы не любим говорить о том, что Он каким что никоим образом не очистит виновных. Это то, о чем нам нужно иногда говорить. Представьте себе, друзья мои, просто представьте. Если ваши дети ходят вокруг да около вас и говорят, о, моя мама, мой папа, они такие милые, моя папочка, мой папочка, моя мамочка, такие милые. Если я украду машину, им будет все равно. Если я украду деньги, им будет все равно. Ваш ребенок любит вас. Если он так с вами обращается, разве вы не видите, что они принимают вашу милосердие и доброту как должное? И поэтому, принимая вашу милосердную доброту как должное, они полностью игнорируют ваш закон и авторитет быть исполнителем правосудия. И все мы любим справедливость, даже если вы не хотите этого признавать. Вы любите справедливость, потому что, как я уже говорил вам ранее, если кто-то войдет в ваш дом и застрелит члена вашей семьи, вы захотите справедливости. И это справедливо. Мы всегда любим справедливость, пока она не приходит к нам. Но мы хотим, чтобы милосердие было вечным. Но Бог говорит, что мне нужно, чтобы вы признали и почитали и уважали тот факт, что я Бог любящий, то есть добрый. но и виновных я ни в коем случае не очищу. Я хочу, чтобы вы уважали меня, чтобы вы почитали меня. С этим связано гораздо больше, с этим связано гораздо больше. Я искренне призываю вас найти время, чтобы изучить Библию, что означает бояться Бога. Как в притчах, глава 8, стих 13 говорится, что страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Если вы любите Бога и почитаете, и уважаете Его таким, какой Он есть, тогда вы не видите все, что ранит Его сердце. Вы захотите освободиться от мыслительных шаблонов, образа жизни и речи, которые могут оттолкнуть сердце Бога, которое действительно показывает, что вы боитесь Его, что вы уважаете Его, что вы щите Его, что вы любите Его, когда в вашем сердце есть желание быть похожим на Бога. Но вы понимаете, что внутри вас нет силы быть как Бог. Но вы ненавидите быть горнецом, вы ненавидите, вы не хотите быть лжецом, вы устали быть прелюбодеем, вы устали от порнографии, наркомании, вы устали от того, чтобы быть курильщиком, вы устали быть сплетником, вы устали быть рабом, вы устали рабски подчиняться, быть рабом, подчиняться похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Вы устали от этого. И вы хотите свободы. Но вы понимаете, что у вас самих нет силы. И вы смотрите на Бога как на свою единственную надежду, потому что вы знаете, что Он милосерден, и по Его милости вы можете быть спасены. Если вы поверите в Него, Библия говорит, что над Вами взойдет Солнце праведности. Иисус придет, и Он принесет исцеление в своих лучах, и Он исцелит вас от вашей проблемы, греха. Но прежде чем вы можете исцелиться, вы должны признать свою болезнь. Готовы ли вы признать это? Что мне так нравится в этом стихе, так это слово «крылья». На оригинальном языке на иврите, откуда оно было переведено, оно не означает просто «крылья на спине птицы» или «крылья на спине ангела», оно означает «границы одежды» одежды. И вы можете подумать, какое отношение это имеет к этому? Даже очень имеет. Когда Слово Божье стало плотью, я говорю об Иисусе Христе, когда Слово стало плотью обитало среди нас, Он не был частью филистимлян, он не был самарянином, он пришел как еврей, сын Израиля. Было что-то, что каждый набожный израильтянин или еврей должен был иметь на краю своей одежды, Библия говорит об этом в главе 15 книги Чисел, начиная со стиха 38. «Объяви нам Израилем и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к плододейству». Синяя или голубая нить или лента должна была стоять как вечный символ заповедей Божьих, их обязанность добросовестно подчиняться. Что их шаги и вся их ручная работа должна регулироваться законом Божьим. Бог говорит нам в книге Псалмов, 118 Псалом, стих 172. «Язык мой возгласит Слово Твое и во все заповеди Твои праведность». Заповеди Божьи, закон Божий, универсальный эталон праведности, правильные поступки, Иисус был единственным, кто жил совершенной жизнью повиновения закону Божьему. Он исполнил всю праведность, зачем Он это сделал ради нас? И Он объявляет нам в Малахии 4, 2, что если вы обнаружите, что пытаетесь подчиниться моей воле, но бессильны, и вы хотите победы над похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, вы хотите жить в послушании моей воли, тогда я приду к вам и исцелю вас от вашей неправедности, давая вам мою праведность. Моя заповедь сохраняет жизнь. Христос в вас. Христос во мне. Христос в нас. Надежда славы. Это как у той женщины, у которой было кровотечение. Для тех из вас, кто знаком с этой историей, в Евангелии от Луки, глава 8, это женщина, у которой была проблема с кровотечением. Помните, говорил вам на днях. Если вы послушаете другую презентацию, которую я поделился с вами, это женщина, у которой было кровотечение. Женщина в библейском пророчестве может означать как символ церкви. Иеремия 6.2, 2 Коринфянам 11.2. Женщина может означать символ церкви. Это женщина, у которой было кровотечение, она болела 12 лет. Это интересно. Было 12 колен Израилевых, 12 апостолов, 12 ворот в город, 12 оснований в Новый Иерусалим. Вы найдете в Библии, что 12 – это число правления Божьего. И церковь является продолжением правления Бога на земле. Несмотря на то, что это была буквально женщина, у которой было буквально кровотечение, ее положение, безусловно, является символом ситуации, которую сейчас переживает церковь. У нее было кровотечение. В Библии в 17 главе 11 стихе книги говорится, что жизнь тела в крови. Женщина умирала так же, как умирает церковь. Церковь умирает. Фактически исследование вышло в Северной Америке. Исследование общественного мнения о том, что христианство находится на нисходящей спирали – по совпадению, самая быстрорастущая религия в Америке — Вика. Это примечание. Так или иначе. Церковь умирает. Точно так же, как та женщина, она потратила все свои ресурсы на всех коров, пытающихся найти исцеление, но она ничего не нашла. То же самое, что делает церковь сегодня. Мы тратим все наши ресурсы, все наше время, всю нашу энергию во всех этих различных направлениях, пытаясь возродить церковь. Пытаясь возвратить духовность среди людей Божьих, пытаясь вызвать возрождение преобразование. И что мы получаем? Ничего. Почему? Потому что мы ищем не в том месте. Но когда женщина услышала бы Иисусе, и поняла, что в нем была ее единственная надежда. Библия говорит нам в книге Левит. Не в Левит, извините меня, Лука. Лука, глава 8, стих 44. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 44. Здесь сказано следующее. «Подойдя сзади, коснулась края одежды его». Это Лука 8:44. «И тотчас или немедленно течение крови у ней остановилось». Все остановилось. Она нашла исцеление в его крыльях. Это было прикосновение веры. Это было прикосновение веры, и оно было настолько мощным, что Иисус остановился и сказал, кто прикоснулся ко мне? Ученики посмотрели на него, все прикоснулись к тебе, Господи. Вокруг нас толпится множество людей, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Но затем Иисус сказал то, что я считаю на самом деле осуждением. По крайней мере, они должны были принять это как таковое, потому что он сказал, нет. Сила вышла из меня. Я говорю, что это заявление осуждения, или, по крайней мере, они должны были принять его как таковое. Оно должно было заставить их сесть или встать прямо, потому что они касались его, множество людей касались его, но только один человек коснулся Иисуса, и сила вышла из него. Животворная сила. Каковы были их прикосновения? Очевидно, они не были прикосновениями, которые могли бы принести всю силу в их жизнь. Иисус сказал, «Нет, сила вышла из меня. Кто-то прикоснулся ко мне». И эта женщина, пытаясь спрятаться, она пыталась спрятаться взгляда Иисуса, но Иисус пристально смотрел на нее, и она знала, что не может спрятаться, поэтому она вышла и призналась, что чувствовала себя виноватой. Но она вышла и призналась и сказала, «Это сделала я. У меня была проблема, я коснулась, я подошла и прикоснулась к тебе, и я исцелилась». Иисус смотрел на нее этими любящими глазами, и Он сказал, «Женщина, не бойся. Велика вера твоя. Иди с мира. Ты исцелена. Она чувствовала себя виноватой, но он заявил, что теперь она может уйти с мира. Он на самом деле сказал, что ты просто сделала то, что должна была сделать. Вы понимаете, что эта женщина получила физическое исцеление, а также духовное исцеление — она была оправдана верой Иисуса. Знаете ли вы, что оправдание верой, которое есть исцеление, которое мы находим в лучах Солнца праведности, единственный, кто может исцелить нас, единственный, кто может сделать нас праведными, знаете ли вы, что оправдание верой и весь здоровье идут рука об руку, вы на самом деле не можете их разделить. Вот почему Библия говорит книге «Третье послание Иоанна, стих 2». «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Другими словами, когда вы в тендеме увеличиваете духовность, я хочу, чтобы ваше физическое здоровье увеличивалось также. Разве это не замечательно? Вы не можете разделить эти два. Вы не можете разделить их. На самом деле, если я снова обращусь к трудам сестры Уайт, которые мне кажется очень интересными, в книге под названием Евангелизм она заявила, что многие спрашивают меня, является ли весть о поправдании веры третьей ангельской вестью, и она отвечает, это воистину весть третьего ангела. Это значит, что это истина. Это истина. Потом было сделано еще одно заявление в свидетельствах для церкви, том 1, страница 486. Мне было показано, что реформа здоровья – часть вести третьего ангела. Та же вещь, что и в оправдании веры. Она увидела, что весть о здоровье является ее частью. И что она связана с ней так же тесно, как рука с телом. Я видела, что как народ мы должны продвинуться вперед в этом вопросе. Служители и члены церкви обязаны действовать согласованно. Друзья мои, вы не можете разделить эти два Поэтому в Священном Писании сказано, «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте в славу Божью». Все. Оправдание веры и весь о здоровье, все это связано с лицом, сияющим славой солнца. Подытожим. У того могущественного ангела в 10 главе Откровения его ноги были подобны столпам огненным, Теперь у вас в голове должна появиться точка отсчета, связанная с огненным столбом. Если вы читали свою Библию, если вы изучали предсказания Бога, но если нет, то откройте со мной книгу ⁇ Исход ⁇ глава 13, исход ⁇ глава 13, изучение Слова Божьего, исход ⁇ глава 13, начиная с стиха 21. В Библии сказано следующее. Господь же шел перед ним днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Когда Бог вел детей Израиля из Египта в Ханаан, землю обетованную, днем Он вел их облачным столпом, но ночью Он вел их огненным столпом. Он выводил их из тьмы Египта огненным столпом. В главе 11 послания к евреям нам сказано, что Египет на самом деле является символом чего-то очень важного. Мы посмотрим на евреям, глава 11. Стих 24, Библия говорит следующее. «Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Египет представлен символом греха. Это означает, что когда Бог выводил детей Израиля из Египта с помощью огненного столпа в символе, он дал им победу над грехом. Он выводил их из жизни греха. Победа над силой греха. На самом деле нам сказано в очень замечательной книге. Я призываю всех ее прочитать. Она называется Патриархи Пророки. И снова автор Эллен Уайт, которая была вдохновлена Богом. Я всегда советую вам читать эти замечательные труды, которые Бог вдохновил ее дать нам для такого времени, как это. В книге Патриархи и пророки нам сказано, что это та книга, о которой я говорил сейчас, что когда Бог ввел детей Израиля через Красное море, Он ввел их огненным столпом. Причина, по которой это важно, состоит в том, что нам сказано в 10 главе 1 Коринфяна, начиная с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Переход через Красное море был символом крещения. А что такое крещение? Символ чего? Вы должны открыть свои Библии на 6 главе послания к римлянам, римлянам 6 глава. И в послании к римлянам 6 глава, глядя на стих 6, говорится, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы не быть уже рабам и греху». Если этого недостаточно ясно, посмотрите на стих 4. «Итак мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Крещение – это символ разрушения ветхого человека, который был рабом греха, и восстания нового человека, который сейчас живет под руководством и силой славы Божьей. Это символ победы над грехом, силой Бога, действующей внутри ноги, подобные столпам огненным, показывают нам, что этот могущественный ангел поведет народ к жизни в победе над грехом, чтобы быть победителями. А в его правой руке была открытая книжка. Я не могу, у меня нет времени, чтобы подробно описать. Я не хочу беспокоить вас, но я могу дать вам достаточной информации о содержании этой маленькой книги, которая удовлетворит нашу задачу на этот раз. Если вы откроете со мной книгу Откровения, Откровение, 10 глава, 10 глава книги Откровения, и начиная со стиха 10 в Библии сказано следующее. И взял я, Иоанн, здесь говорится об Иоанне, и взял ее книжку из руки ангела, съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел, ее, то горько стало во чреве моем. Стих 11 говорит, и сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать. Что делать снова? Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Короче говоря, содержание этой маленькой книги было пророчеством, даже духом пророчества. Почему я говорю «даже» — дух пророчества? Я говорю это потому, что все пророчества приходят через дух пророчества. Все пророчества происходят от духа пророчества. Библия очень ясно показывает это книги 2 Петра, глава 1, стих 20, где Слово Божье говорит. Нам сказано следующее. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Видите ли, Святой Дух. Святой Дух — это Дух пророчества, который вдохновляет все пророческие высказывания. Все. И насколько далеко и широко должна быть идти эта весть, Ангел поставил свою правую ногу на море, а левую на землю, что означает, что эти вести должны были быть переданы каждому народу языку и царству. Всем. Как я сказал вам с самого начала, я собирался поделиться с вами большим количеством информации. Вы можете сидеть сейчас дома и говорить Слава Богу, это было прекрасно, это было потрясающе. Но в своем уме вы не можете не видеть, как все эти истины переплетаются друг с другом. Так позвольте мне объяснить. Могущественный ангел, спустившийся с небес, был обращен облаком, и он обратил наше внимание на второе пришествие и привлек наше внимание к учению о состоянии мертвых. Затем мы рассмотрели тот факт, что это ангела была радуга над головой, напрямую связанная с заветом, который обращает наше внимание на важность закона Божьего, его заповеди а также весь о святилище. Помните, что здесь Бог изглаживает грехи в святилище. Затем мы посмотрели на лицо ангела, сияющее сиянием солнца, и оно обращает наше внимание на оправдание веры, а также на весь о здоровье. Затем мы увидели ноги ангела, похожие на огненные столпы. Это привлекает наше внимание на тот факт, что Бог хочет дать нам победу над грехом. И мы увидели в руке ангела небольшую книгу, открытую, дух пророчества. Друзья мои, это семь столпов нашей веры. Состояние мертвых, заповеди Божьи, весь святилище, оправдание верой, весь о здоровье, победа над грехом и дух пророчества. Это семь столпов нашей веры. И это не были доктрины или религиозно-философские концепции, которые люди сели и придумали сами. Нет. Сам Бог, сам Иисус принес нам эти вести. И в эти последние дни у Бога будет народ, чьи характеры будут построены на этих семи столпах истины, этих семи столпах силы, поскольку они являются опорой, основой всей истинной веры. И те, чьи характеры построены на этих семи столпах, это те люди, которые Бог будет использовать в символах и в словах из 18 главы Откровения, чтобы осветить этот мир своей славой. Вы собираетесь быть одним из этих людей? Вы готовы? потому что в Библии говорится об этом, и мне нужно, чтобы вы услышали это Псалом 126 и стих 2. Пожалуйста, внимательно посмотрите, что говорится в вашей Библии. «Если Господь не сожиждет дома, напрасно трудятся строящие его». А ваш дом построил Бог? План, который Бог представил нам, который содержит семь столпов, это план, который используется для построения вашего характера. Или, возможно, вы внесли некоторые поправки и представили Богу свой собственный план. Или вы тот, кто говорит, «Да, я верю в заповеди Божьи, и да, я верю, что я оправдан, оправдан верой, но я не верю, что Бог может дать мне победу над грехом. Я даже не верю, что у Него есть это для меня. Это ваш собственный план. Вы строите напрасно». А возможно, вы тот, кто говорит, да, я верю в заповеди Божьи, я верю в состояние мертвых, но я не верю, что весь о здоровье действительно важна. Это ваш собственный план. Друзья мои, если мы не сотрудничаем с Духом Божьим, так что за построением наших характеров стоит сам Господь, тогда все, что мы делаем во имя Христа, вся наша так называемая религиозная деятельность, это не что иное, как тщеславие перед небом. Оно бесполезно. Это упражнение в тщетности. Представьте себе, что вы живете жизнью христианина, и в конце концов это было не более чем упражнением в никчемности. Какая это будет трагедия? Это будет большая трагедия. Бог дал нам план. Он содержит семь столпов, и если мы будем строить на этих семи столпах, когда пойдут дожди, начнутся наводнения, ветры начнут дуть и бить по вашим домам, и испытывать ваши характеры, вы устоите. Потому что Бог был тем, кто строил наши дома, строил, создавая наши характеры, чтобы мы могли быть твердо сокрыты во Христе. И это его желание для всех нас. Позвольте Богу построить ваш дом. Позвольте Богу утвердить вас на основании этой веры. Давайте помолимся. Отец Небесный, я так благодарен тебе за твое слово. Я благодарю тебя за то, что ты дал нам план, по которому вера в Иисуса, мы можем быть построены в живые жилища которые могут быть населены Твоим Духом на протяжении бесконечных веков вечности. Пожалуйста, прости нас за представление Тебя наших собственных планов. Сегодня мы просим, Господи, устрой нас для вечности и сделай нас способными устоять. Благодарим Тебя за то, что услышал эту молитву, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.